большая радость сегодня для каждого человека, который выходит на площади России. И здесь, в Омске, вышли не только профсоюзы, не только представители различных организаций, партий, но и в первую очередь рядовые граждане со своими семьями, со своими детьми. И это продолжение традиции, в которой участвовали мы с детства. И я до сих пор вспоминаю себя, когда я шел мальчишкой с большим красным флагом. И для меня это была большая радость, что меня взрослые взяли с собой. И я чувствовал себя частью общего единства, общего праздника. Это очень правильный праздник, потому что он действительно сплачивает людей, показывает о том, что мы все, независимо от национальности, вероисповедания, мы все вместе. У нас многонациональная, многоконфессиональная, большая, красивая страна. И лишний раз показать мощь этой страны вот таким простым мирным шествием, это, наверное, дорогого стоит. Очень рад, что у нас собралось столько народу, что все поддерживают Донбасс, оставили свои надписи за Донбасс, за мир во всем мире. Сегодня замечательное событие. Мы идем в колонии Министерства по делам молодежи и спорта. Мы демонстрируем единство и сплоченность, и вместе нам все по силам. Это очень хорошее мероприятие. Мы прям всем колледжем собрались для того, чтобы пройти вот этот вот путь все вместе со всем городом. Показать, что мы единая страна, что мы единый народ. Сегодняшняя демонстрация, она сплотит наш город. Сейчас я наблюдаю очень много, на самом деле, различных организаций, предприятий, даже университетов, которые пришли друг друга поддержать, потому что все-таки вместе мы сила. Сегодня 1 мая, у нас праздник за труд, за спорт, потому что спорт — это тоже очень большой труд. Конечно, за нашего президента, за Россию, за наших ребят, которые сегодня выполняют свой долг, участвуя в проведении специальной операции.